Отличная передача. И шайба в воротах, да. Ну, здесь здорово было сделано. И оставленный был, это был 44-й номер, да, это был, нет, не 44-й. 14 Черников, да, похоже, опять. И уже тюменцы на чужой половине. И момент! Гол! 2-5! Ну все, разрывают тюменцы авто в последние несколько секунд матча. Пускаются в безудержную погоню. Шумилов посмотрел, ситуацию оценил. Раскатывается его партнер. Постепенно меняются ребята в зеленом. Ух ты, силовой прием. Такой на грани может быть, но силовой. В целом здесь все по правилам. Аксянов, он видит пока первого. Он уходил от Борисова, но дальше чтобы Бобылев. В ногу. Игроку Локу он попадает. Шумилин пытается ответить тем же. Но обыгрывает он соперника. И какую передачу на Акмальдинова отдает. Красота от капитана ярославской команды. Акмальдинову оставалось лишь попасть. Ну, фактически уже в пустой створ. Сразу эпизод. Переходят в наступление омские ястребы. Хороший момент. Отличный. И браво. И аплодисменты. Илья Рейнгард в сольном проходе сейчас поставил тупик нижнекамскую оборону. Ну вот здорово, здорово убежал. Очень важное значение имеет, как если действует без шайбы. Это зачастую как раз оказывается за рамками трансляции. Ого-го, приемчик там. Чумакова так в коробочку взяли. Важный момент для хозяев. Если Динамо, Байков, передача, бросок, реагирует, шайба в воротах. Как же Байков сейчас изловчился и, находясь спиной к воротам, посылает шайбу в сетку ворот Шерстнева. Вот так вот, большинство на большинство. Для того, чтобы сравнять счет и распечатать ворота, во-первых, сибирских снайперов, ну и непосредственно Семена Кокаулина. Вместо этого, видите, не забиваешь ты, забивают тебе. Егор Климович. Фигурин. Фигурин заигрался с шайбой, но успел отдать Мурлеву. Бросок Александра Фигурина. Добивание дагестанский справляется. И на пятаке Мала забрали шайбу ястребы. Тяжело без ловушки, конечно, как шайбу остановить. Ух ты, силовой прием сейчас в исполнении Федора Елсукова. Здорово, он там встречает своего оппонента. И тут же ответная атака.